В Васильевке прошла выставка работ художников-карикатуристов из 36 стран мира. Все они участники международного конкурса «Васильевские Василины». С экспозицией юмористических рисунков ознакомилась Анна Шунькина. Выставка карикатур стала своего рода итогом международного конкурса «Васильевские Василины». Инициатором его проведения выступил васильевский художник-карикатурист Александр Зиновьев. Говорит, эта идея возникла еще 7 лет назад. Опираясь на свой опыт участия в подобных мероприятиях за границей и поддержку местной власти, наконец смог ее осуществить. Конкурс проводился заочно. Свои работы участники присылали по интернету. Лучшие из них определила жюри. В состав жюри входили художники, приглашенные, ну а также местная администрация, горсовет, свои призы назначали. У нас новизна, самобытность и молодые художники приветствовались, которые вот начинающие карикатуристы. И таких у нас нашлось достаточно много. Метры. Всего на конкурс были присланы более 400 картин. Практически все они представлены на итоговой выставке, которая прошла под открытым небом на территории историко-архитектурного памятника «Замок Попова». Наши местные художники-карикатуристы, они пользуются авторитетом. Если на их призыв и приглашение откликаются люди из разных стран. И очень хорошо, что эти люди будут знать, что есть такая страна, как Украина, есть Запорожская область, есть Васильевка. В своих работах карикатуристы постарались раскрыть социальные, экономические, политические и глобальные проблемы, поднять экологические и бытовые темы. Среди награжденных и бердянский автор, участник многочисленных международных конкурсов и выставок Сергей Семендяев. Говорит, что на юмористические рисунки его вдохновляет окружающий мир, который сами карикатуристы, по его словам, видят в перевернутом состоянии. То это она еще не оценена, потому что тут заложен глубокий смысл нашего украинского менталитета. И русского, и украинского, славянского. Вот отправляется в космос корабль под названием «Самогон». Я считаю, что она достойна награды. Место проведения выставки выбрано не случайно, говорят местные власти. По их мнению, благодаря такому масштабному конкурсу о городе и его главной достопримечательности замке Попова узнает много людей. На конкурс прислали свои работы художники-карикатуристы из России, Китая, Италии, Македонии, Болгарии, Ирана и других стран. Призм, я считаю, это одно из перспективнейших направлений для нашей территории. И для этого мы делаем все. Мы организуем конкурсы, выставки, мы организуем различные мероприятия с целью одной простой, чтобы о нас знали, чтобы люди сюда ехали, отдыхали, получали удовольствие. Все эти акции у нас спільно проводятся районные рады и районной державной администрации для, по-перше, звісно, підтримки і популяризації нашої історично-архітектурної пам'ятки садиби Попова. Ну і на базі цієї садиби, звісно, проводити різні заходи, мероприємства, які стосуються історії, культури. В планах організаторів і властей зробити такі виставки традиційними. З юмористичними рисунками учасників також можна ознайомитися на офіційному сайті конкурсу «Васильівські Василини».